На ваш взгляд, положение дел в экономике Воронежской области стало лучше или хуже в 2022 году? Да, я думаю, что лучше. Хотя я и пенсионерка, не связана с никакой промышленностью, ни с чем. Но я чувствую, что да, как бы нам полегче немножко насколько стало. Насколько и почему? Да, ну я не специалист, не могу так сказать. Но на взгляд, насколько? Ну потому что у нас все изменилось, потому что большое внимание стало уделяться нашей стране, нашему народу. Мне кажется, не совсем прям вот так вот, но уже чувствительно. Однозначно так ответить нельзя, лучше или хуже. В чем-то лучше, а чем-то и хуже. Она вся обстановка в стране, сами знаете. Не знаю, честно, не следил. Но судя по тому, что цены растут, вряд ли лучше. Я думаю, что во много раз лучше, чем в Европе. В Европе хуже. И свет, и газ, и отопление. Мы экономически выигрываем. Лучше. А насколько? Почему? Процентов на 30 зарплат выше. Не знаю, хуже. Почему и насколько? Я не знаю. Ну, по ощущениям, сильно вам хуже живется? Ну, вот в плане. Ну, проезд дорожает в автобусе, что все платные услуги, врачи все платные, все платно. Цены на все выросли практически, на все продукты. Так что, конечно же, хуже. Да, думаю, лучше стал чуть. Насколько и почему? Ну, не знаю. Мне кажется, лучше стал. Какую оценку по пятибалльной поставить? Ну, где-то на 4 с плюсом. Ну, пускай будет 3 с плюсом. 4. Оценка экономика. 5. Ну, я, наверное, на 3 с плюсом вот так. Ну, четверочку поставлю. Не могу, я в этом вопросе не разбираюсь, поэтому не буду говорить впустую.